Нихера себе, ты намочился на меня. Я тебе сейчас твой пистон тебе в глотку смеющийся. Окей, ребята, привет, я Дима, мы с вами продолжаем проходить Far Cry Primal. Но оформление пещеры лучшего охотника доступно. Почему? Потому что я в Ubisoft купил эту штуку за Ubisoft очки. Ubisoft очки, точнее. Вау, хочу тебя. Бам! На! Ниже! Ну-ка, побежали за этой тушей. Давай. И нож я тоже купил. Смотри, вот он. Давай на меня, ну! Медленно так. Попал. Попал, гоним эту штуку, гоним. Это топир. О, убит. Шкура топира мне нужна. Не очень нужна шкура топира. Отлично, две стрелы. И топир наш. Супер. Вообще, мне кажется, можно... Ни хрена себе. Вот так вот послать. Ни хрена себе. Нахер идите от меня. А шкуру я заберу. Все, испугались, песики. Хорошо. Так, я собрал шкуры топира. Вот здесь вот медведь лежал, он крестом помечен был. Я его что, взять могу еще? Вот он. Больше не помечен, да? Ну, как будто бы дышит. Это иллюзия все. Все иллюзия. Так. Что тут у нас? Помощь Винджа найти и спасти. Это наверху, наверное. Да, это наверху. Так, окей, подожди, изготовление. Кожа топира для чего мне нужна была? Это где-то тут, что ли? Но... Не, ну я же помню, для чего-то нужна была. Для чего, правда, не знаю. Короче говоря, нож копала. Я вот почему он заблокирован, я не знаю. Я же его приобрел. Ну-ка, Ubisoft Club. Я приобрел этот нож уже. До 20 очков. Или 40, там не помню сколько. Ну давай. Я хочу этот нож, я его приобрел. Награда получена, видите? Можно получить в игре. Уж перезайти надо. А, возможно, надо перезайти, но я сейчас ясен пень этим заниматься не буду. Ни хрена себе. А тебя я смогу приручить, не? Слушай, реально смогу, что ли? Погоди. Не бей ее. Ни хрена себе. Сука, иди жри мясо. Мясо. Не, я эту штуку не могу приручить. Это пипец какой-то. Ты смотри, убегает. Еще одна, что ли, ко мне пришла? Сука! Ни хрена себе. Еще одна пришла, их двое. Это саблезубые тигры, да? Бляха-муха начало. Очуметь. Не, ну, может быть, сейчас вот перезагрузится, я получу как раз-таки ножик. Во всем надо искать свои плюсы, правильно? Кошечка наш погиб.
Вот что обидно. Так, ну да, да, я теперь загрузился, ножик появился. Так, у меня есть ножик. Вот он, нож копала. Изготовить. Две штуки. А это метательный ножик, что ли? Да, это метательный нож. Ага. Вот эту палку нам, говорят, дали. Ладно. Хорошо. Так уж и быть. Подожди. Смотри. Ножки копалы сколько взяли? 10 штук. Ножки. Нож копалы сколько взяли? 10 штук. А я тут страдаю фигней. Так, ладно. Я сюда не хочу идти больше. Тут эти саблезубые говнари ходят. Что-то страшно как-то. Воспользуемся, наверное, тем, что мы находимся рядом с миссией. Кстати говоря, вот собирательница Сейла. Задание, помните, в самом начале на прошлой серии дала. Типа спасти. Это вот сюда вот там нужно будет. Пока что мы, наверное, сходим вот к мастеру Вуги. А чё я не отметил? Мастер Вуги. Вот, погнали. Та-ра-та-та-ра-та. Хочется по сюжету идти, если честно. И так спокойненько так иногда отвлекаться. Иногда нет. Не знаю, как пойдет. Ага. Ага, оживить. Оживили. Очень легко. У них, кстати, статы отличаются. У нее сила маленькая, скорость маленькая, зато скрытность большая. А у этого... В принципе, белый волк похуже будет, чем вот эта штука. Такой цель, не подозревающая его присутствие, не привлекая внимания врагов. Ага, рычит, предупреждая находящихся рядом врагах или хищниках. Открывает плюс 350 шагов территории в меню карты. Открывает дополнительные территории на мини-карте. У каждого свой бонус есть. Подожди, а какой бонус у собаки? Снимает шкуру с убитых вами зверей, собирает ресурсы, находит и приносит ресурсы, пока вы отдыхаете. Ого. Так, давай. Она еще отпугивает. Отпугивает стайки, видите, да? Вот это вот воронье отпугивает всякое. Круто. Очень круто. Погнали. 4 штуки прочной древесины. Норм так привалило. Так, давай-ка переплывем. Кстати, видите, ребят? Свои чужие. Отдых рыбака, место обнаружено. Ну и тут нам даже очко навыков дали. Кого стреляете, я не пойму. В общем, это чужие, ребят. Тише ты будь. Орет он тут, орет и орет. Где-то тут падла. Вообще мне похер на него. Убили, отправили к праотцам, и ладно, и все, и бог с ним. Пошли. Пошли, киса. 200 шагов до цели. Та-ра-та-тан-тан-тан. Хорошее утро в Урусе. Тот впереди идущий чувак даже не поймет, что его убили. Сейчас кошка на него налетит, смотри. На этого заднего. Давай. Ой, красота. Следующего пошла убивать. Да пипец, волочина какая. Просто следа убивает. Кому-то помощь нужна. Извини, обезьянка. Извини меня. Выживает сильнейший, помнишь, да? Ну, тоже. Были собаки, бляха. Чё встал? Брысь отсюда, давай. Видите мою охрану, блин. Все равно кишка танка напасть.
Так, а вот этот цветок я возьму. Под землей где-то есть проход, потому что, видите, на радаре показано, что под землей мешочки есть. А, и он тут под землей, да? Под землей. Так он не под землей, наверное, в пещеру надо войти. Пещера, наверное, вот тут вот, да? Да, это где-то там. По-моему, киса сейчас шиганулась туда. По-моему, сейчас кто-то туда упал. Я знаю, что ты тут, но ты еще только что разбежалась, сиганула туда, не? Так, киса, сейчас все будут смеяться, если я сдохну. Я надеюсь, я не сдохну. О, господи, офигеть, это было так на грани. Убежище потерянных. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Сюда иди. Не знаю, как ты это сделать должна. Но попробуй. Так, наверху там рука. Я хочу эту руку. Ну-ка, ползи давай. О, видели, она уже тут. Она уже возле меня. Каким-то макаром спустилась. Еще выше? Господи, это там на самом верху была рука. Да, еще выше. Ай, блинский, петушинский. Ладно. Есть тут кто, а? Ничего себе, я попал. Че, это ловушка или что? Че ржешь? Не ржи, давай, смеются на все. Нихера себе, ты намочился на меня. Я тебе сейчас твой пистон тебе в глотку смеющийся. Глупый утом! Винджа! Я Винджа! Нет! Я последний Винджа! Ты грязная, обоссанная рожа! Прям как Удам! Говножу, а? Пока обмоченный! А, ты ж... Западни, да какой западни? Вон, прыгни, подтянись и все. Не? Ладно. Говорят, я должен бежать из пещеры. Отлично. Понимаете, да, что произошло? Я сюда так шел долго. Я от руки отказался. Ну и чё? Эту штуку поджечь, наверное, можно. Вообще, мне кажется, кто-то это может поджечь. Мне в любом случае вот сюда вот. Не? Короче, мне эту штуку поджигаем. Мы эту штуку поджигаем. Для этого здесь жир зверя. И она сгорает. Главное, чтобы собака не это. Не подожглась, не загорелась. Ты не загоришься? Во! Вот это наш выбор. Вылази, вылази, вылази. Киса за мной, киса! Птичка нарисована. Господи, я обосрался, человек! Собака, нож подбери. Нож подобрал. Давай сюда, ну! Киса там осталась, наверху. Мы могли, на самом деле, забрать ягуара, но у нас, по-моему, и так ягуар, да. Поэтому я не рыпался. Жесть. Ты можешь поджечь стрелу, да? Не используя жир, подожгли стрелу. Ну-ка, что в тебе? Он поделился с нами кремнием, а ты... А у тебя с пуза я забрал кость. Ну
Ладно. Господи, стольких людей он сюда закинул. Или это ягуар забрал? Тут уже даже и не понять, если честно. Вот отсюда ягуар выпрыгнул. Потушил стрелу мне. И чего это мне делать надо? Ну явно эта штука здесь не просто так, правильно? Допустим. Сломали. Что нам это дало? Ну, сломали мы эту херовину. И чего теперь? Еще один ягуар убитый. А, господи. Да тут крюк. Тут крюк. Вы нашли странный, но полезный инструмент. Ищите значок крюка, чтобы карабкаться к новым вершинам. Подойдите ближе, пока не увидите соответствующую подсказку. Затем удержите квадрат, чтобы зацепиться. Да, я понял. Окей, ладно. Теперь сможем подняться наверх. Тише, 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 зверек, тише. Как же? Он же выкинул зачем-то. А, я делать тогда не буду. Нож я делать не буду, в смысле. Нож я делать не буду, потому что нож 10-10 штук ножей висит у нас. А где крюком нам использовать? Давай искать. А, во. Все, смотрелись и погнали. Отлично, отлично, давай наверх. Не шибко ты тут здесь лучше, потому что крови тоже очень много. И чуется мне, что неспроста все это, а? Ребята. Господи, ты напугала меня. Ты откуда вылезла, киса, а? Давай, давай, гори. Вот так. Вот так, хорошо. Тростничок. И все, да? Не знаю, зачем ты сюда спустилась, киса. Опа! Отлично. Охренеть. Ну, здравствуйте. Пещера ягуаров. Тут три ягуара. Так, можно вот туда вот наверх, да? А, еще раз качайся. Так, в этом плане мне, наверное, помогут больше копья. Еще остановились. Не попал вторым копьем, не попал. Отлично. Дальше стрелы. Твою мать. Три стрелы и два копья. Вот что нужно. Где второй? Третий где, точнее? Ап-па-па-па-па. Thank you.
все. Фу, это была охота, да. Вот это была охота, да. Многие не выживали, многие не справлялись, но мы-то не многие, мы король зверей, мы этого ягуара уже приручали, точнее. А вот теперь еще и шкуры ягуара будем иметь в достатке. Мясо восстановим. Невозможно что-то там взять еще. Деревянную стрелу подобрал, все подобрал, копье, давай шкуру, ну. Прочная древесина, шкура ягуара, отлично. Отлично, кучу всего насобирали. Можем позволить себе немножко роскоши побыть здесь внизу среди трупов. Птичка нарисована тут. А это потому, что нам наверх. По идее, можно было и не спускаться к ягуарам. Блин, у меня что-то першит. Да, не першит, а рябит в глазах. Да, вот оттуда, типа, подняться сюда по крюку, игнорируя этих милых кисок. Но мы-то не такие, мы не боимся. Молодец. Вот и все. Здесь наскальный рисунок. Да, 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 да. В западне завершено, мы молодцы. Прям здорово, тайник охотника. Изучите наскальный рисунок, чтобы найти неподалеку редкие ресурсы. А вот на этом расстоянии где-то. И как мне туда? Игра мне предлагает сигать в воду, я не хочу сигать в воду. Справа я тоже как-то не обойду все это дело. Ладно. Можно и сигануть. У нас все равно крюк есть. Так что теперь уже и не страшно. Так, ну и киса за нами пошла, да? Давай, давай. Явно этот рисунок тут где-то. Вот он. Может быть, через зрение охотника, а? Да, слушай, смотри. Ну, это странно, конечно, но я вижу, по крайней мере. Что? Я не знаю, что я вижу. Не изучается этот рисунок. Наверх поднимешься? Во-в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 о. Я не знаю, как эту штуку изучить. Заморачиваться особо не хочу. Мы придумывали. Рыбу можно забрать. Я попала, она ушла. Одной стрелы явно мало. Кто там дерется? Не знаю. Звук странный, исходит вот как раз таки из-за пещеры. Ни хрена сиганула. Я говорю, она любит сигать. Сиганула напрочь. Пошли к нему. Пошли, вернемся. Явно ведь не закончили ничего, потому что дядька дурной какой-то. Киса за мной. Так, рука где-то тут. Вот, я знал, что мы сюда еще вернемся. Вот она рука, рука дальше. Отлично, а самим нам вниз. Опять к нему, да? Еще одну руку, кстати, и все. А как я спускался? Я, по-моему, через воду спускался. Блин. Хреново. Надо было с той стороны. Надо было с той стороны спускаться, зря я так убежал. Ладно, пошли туда-обратно. Чуть было не упал, вот дурной я. Вот дурной. Я просто боюсь, что мне второй раз не так повезет.
Молодец я? Молодец я! Молодец! Я хер его знает! Но мне вот повезло. Я хрен его знает как, ребят. Я сейчас просто уже все... Решил, что все, помер. Здесь где-то змея. Самая змея. Она вообще, конечно, не нападала на меня. И вряд ли бы напала бы на меня, но... Рисковать я не хочу, я вообще змеи не люблю. Тихо, не падай. Спасибо. Ну чё, боссы ж, ещё ссать хочешь? Я ещё раз могу уйти. Я там всех убил. Глупые поедатели рук. Удам. Глупые поедатели рук. Обосрался. Ты не Удам. Высморкайся. Смоченный! Винджа! Винджа! Я Винджа! Сейчас ты Винджа. Может быть, ты хочешь побыть обоссаном? Винджа не мертвый? Много живы. Не спятить, как ты. Я не спятить. Я помогать, Винджа. Ты же думал, что ты один. Ты видишь? Красивый. Твердый, как камень. Кровь Уруса. Хорошо, что бы делать сильное оружие для Винджа, но кровь Уруса прятаться от меня. Я найти камни, ты иди на запад, жить с Винджа. Умные обочины. Кровь Уруса сияет на солнце. Как ты их найти? Так ты их найти, точнее. Этот мой. Ну и ладно. Чё там? Бог с тобой. Кровь Уруса. Если Пенева там не будет сзади. Короче говоря, он по идее сейчас должен появиться у нас там. Не? Не? А? М? Появится, не? Найдите камни кровь Урус. А, не закончил задание, точно. Не закончил задание. Давай-ка. Опа. Такой паркур-мастер просто пипец. Стоять, это зверь. Фу, ни хрена себе. Иди атакуй! Кушает собака, кушает. Крокодил! Акула! Сука! И крокодил, и акула, и сука, и все подряд. Жрать, жрать, жрать. Тише, я тебя приручить. Я приручить тебя. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Тише, 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 тише. Ай, молодца, пещерный лев приручен, ребята. Красота. Смотри, он поклонился мне. Сила, скорость, скрытность. Отмечает врагов в небольшом радиусе. Средняя по силе, короче. Скорости меньше, чем... чем в Ягуаре, но силы больше. Прикольно. Побудем с пещерным львом. Ты молодец. А, это Як. Ты молодец, на Яка напал. Красавчик. Кстати, у меня там одно очко же. А, уже два очка. Уже два очка. И смотри, можем здесь навыки уже улучшать. А, сначала надо изучить предыдущие навыки. Зато... Я не понял смысла. Мешки с ресурсами. Да это нахер не надо мне. Странно, ну ладно. Отметка врага здесь. Наверное, вот ее надо выучить, и тогда все пойдет. Держите L2 и прицеливаясь, чтобы отмечать врагов. Работает при использовании дубинок, луков, копий. Во, этого мне не хватает. Отметка. Это то, чего мне не хватает в действительности. Блин.
время совершения быстрого убийства. Оживление прирученных вами зверей требует меньше красных листьев. После атаки, бла-бла-бла. Приручение крупных хищников. Ловких зверей. Ну, просто не хочу копить еще. Давай я вот это вкачаю и подожду уже до отметки. Пока же жили без отметки. В принципе, конечно, пока же жили и без саблезубых тигров всяких, но все равно. Вот, попадем... Блин, какая она красивая. Попадемся просто на новых. И захочется, да? Атаковать! Я помогаю тебе. Молодец. Бляха, сколько их тут, а? Боевая киса. Попал, не? Ну? Била? Бесит это Far Cry. Ну, типа, коли уж взял задание, то будь добр, выполняй его. Костер. Найдено кострище. Это где это костер? Объясните-ка дурачку. Костер там где-то впереди. А мне нужно найти камень тут. Блин, и как мне это сделать? Может, нужно открыть реально эти штуки все. А, подожди, исследовать можно. Слишком много растений. Ну да, надо открыть, я понял. Орудуем с луком, можно, конечно, и дубинку поджечь, но мне сподручнее именно с луком, я говорил. 4 стрелы осталось, кстати. И все, альхи нет теперь. Щи. О, я вижу. Кровь Уруса. Подожди, а если бы здесь я посмотрел? Ничего. Наквай. А тут вот. Нача. Нача. Ты знаешь уже где. Хватит говорить это. Это я везучий такой, да? Айда за мной, тигра. Тигра. Действительно блестит, смотри. Не подкопаешься, он вовсю. Даже не знаю, и этого надо. И вот этого слева надо. Молодец, смотри, вообще подчистую выигрываешь. Своих же бьет, как не знаю кто. Ну, страшно рычит, правда, очень. Все время такой. Черепашки. Их можно убить, но не надо зачем. Во, давай-ка. Молодец. Еще одна шкура яка.
По красоте работаем сегодня, прям на все везет. Стрела в рыбе есть в боку, я хочу еще. Убита? Убита! Грызь, рыба. Отлично, отлично. Ах, хороша охота сегодня, слышишь? Ты молодец, туши. Давай я тебя полечу. Туши просто. Глаза белые. Не зверек, а чудо. И як убили, и хряк, и грызь рыбу. И кого только не убивали мы сегодня. Мы с тобой молодцы. Так, ольха. Палочки будьте добры мне. Заход на том берегу. Давай на тот берег, так на тот берег. Давай, 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 давай. Там мы сможем сверху забраться. Найдите и соберите 4 камня крови урусы. Хорошо. Сможем забраться? Конечно, сможем. Я не знаю, как киса пойдет наверх. Наверное, в обход. Потом опять появится просто где-нибудь в текстурах и все. Вот она уже наверху, кстати. Вот как ты это делаешь? Тоже так хочу. Со второй попыточки. Дядька. Так, давай-ка. Давай-ка ты начнешь нападать. Собака. До свидания, братка. Нападай, нападай, нападай на него. Тогда на него можешь напасть. Красавица, красавица моя. Еще, еще, еще. Красиво. Просто 3 стрелы я оставил. Я не хочу сейчас создавать ничего, потому что я лучше насобираюсь с них свои же стрелы. Правильно. В этого я не стрелял, правда, но все равно заберу. Что смогу, остальные вроде как упали. Ни хрена себе у него спуск. Диана Джонс, блин. Еще одна деревянная стрела. Здесь еще один труп должен быть, да вот он. Посыбушки. Так, кровь урусы я собираю. Они здесь действительно шахту какую-то оборудовали. Кайфовали от того, что имеют все вообще. А мы их планы рушим. Вообще ничего не поменялось, да? Что в современности войны из ресурсов, что из-за территорий с ресурсами, что сейчас. Что, точнее, не сейчас, что, ну, я сейчас сказал, имея, относя себя к вот этой вот эпохе, в которой игра «Забытый кратер». Жестко. То, что я сейчас сделал. Но очень хотелось посмотреть на это. Где мне еще камень раздобыть, а?
Я-ка наверх поднимусь, я посмотрю с высока. Здесь везде этот камень, видите? Вот он. Осветился вот эта часть. Светилась. Светился. Здесь камня нету, да? А, не, есть. Это я тебя чуть не проворонил. Руками прям. Чё нет? Киса, мне нужно найти... А, во, все. Я нашел, кажется. Последний камень. Да-да-да-да-да-да-да-да. Вот и все. Новый мастер Винджа, мастер Вунга поселился. Так, мастер на все руки, вы получили приз, отлично. Кровь Урыса завершена, мастер Вунга с нами. Потрясающая новость. Потушись, блин. Не знаю, как я это сделал. Короче, я за камнем, потому что это последняя рука, за рукой точнее. Да что ты... Что за течение такое? О! Все, вот мой... Мой навык как награда прилетел ко мне. А рука дальше. Так, у меня один навык, это вот я потрачу его на отметку врагов, потому что очень полезная штука. Без нее не смогу. И по идее вот это вот открылось теперь. Так, стрелы. При изготовлении стрел с электрооружия позволяет создавать две стрелы вместо одной. Тратите тоже количество ресурсов. Вот эту штуку. Да, видите, два очка нужно, потому что зрение охотника нужно изучить для этого. И стрелы. Однорку. Я бы хотел дополнительное здоровье на самом деле поставить. И пока не поздно, я лучше на него тогда накоплю. Видите, для чего это нужно? Чтобы ты типа посмотрел под воду. Вот эти вот мешки отмечать. И знал, что там в воде действительно есть какой-то мешок. Тем временем на дворе каким-то макаром довольно быстро поселилась ночь. Опустилась ночь. Как красиво, да? Очень красиво наша киса там стоит. А я буду с вами прощаться. Спасибо большое за ваше внимание. Хорошего настроения. Помните, сейчас все окей, а дальше круче.